По традиции судить наш конкурс мы пригласили обладателей титула лучшего ученика школы волшебников прошлых лет. Встречайте, мессир Везувий, укротитель магического огня и повелитель пламени. Полегче, мессир, вы же не хотите поджарить старину Оскара? Ни в коем случае. Это большая честь для меня. Благодаря школе я стал хранителем пламени. Именно здесь мне открылась и покорилась магия огня. Спасибо, мистер Безуви. Ваше место здесь, прошу. Благодарю, Оскар. Наш второй судья. Несравненная леди Семицвета. Фея Семицвета превосходно владеет магией воды и воздуха. Школа дала мне все. Она научила управлять меня дождями и ветрами, вызывать грибной дождик, жару и прохладный романтичный ветерок с моря. Спасибо, леди Синтлета. Ваше место здесь. Спасибо. Прошу. И, наконец, верховный судья нашего конкурса, директор школы волшебников, достопочтеннейший кот ученый! Спасибо, спасибо, Оскар! Вам, наверное, уже не терпится услышать имена наших финалистов. Итак, в этом году финал конкурса за звание лучшего ученика школы волшебников прошли Едвига Лисовая, Ярослав Мороз, мяу, и наш последний финалист Казимир Кощей. Мяу. Пусть победит достойнейший.